Здесь первая глава сезона 2024. Ну, конечно, поклевка не летняя. Но в феврале, какой сегодня, 17 февраля, по-моему, ловить головлей. Ну, для меня это впервые. Настала небольшая оттепель вчера, сегодня, плюс 4, плюс 5. И рыбка проклюнула. Рыбу отпускаем. Взяла, кстати, рыба на таком мелководье. Здесь летом вообще глубина очень маленькая. Сейчас речка немножко разлилась. Но глубина, наверное, максимальная. Может, 1,5 метра будет, может, даже не будет. Один небольшой головчик. Суёки. Ребус, по-моему. Да, ребус. 46 SP. Загласила полностью воблер, чтобы не срезала. Его поднять тут лучше, может. Решил все-таки без подсака ее поднимать. Мелкая щука, воблер полностью в пасти. Я использовал флюорокарбонный поводок 0,4. Многие головлятники с меня смеются, конечно, что очень толстый для головлят такой поводок. Но, по-моему, я никогда не был срезов ни одного за всю мою карьеру рыболовную. Теперь головль на колебалочку взялся. Очень долго нету поклевок, прям за несколько часов хожу, брожу,